я больше не буду есть только витамина С. Всем привет! Абсолютно каждый знает о том, что витамин С очень полезен для нашего организма. И я его очень люблю употреблять в таких вот конфетках. Я их так называю, конфетки. И иногда я даже не могу остановить себя и просто их ем десятками. Вот один из последних случаев, то что я съел целых 20 штук, и не ожидая для самого себя, у меня появилась аллергия. И я такой, что? Аллергия? У меня вообще никогда не было аллергии, я ел витамин С много и часто, и поэтому для меня это было удивительно. Но сейчас у меня аллергия. У меня появилась по всему телу такая сыпь, и она очень неприятная, так как вызывает зуд. Через несколько дней я решил все-таки сходить в аптеку и купить некоторые препараты для лечения этой проблемы. Полисорб. Его используют много для чего, в том числе и различные интоксикации, медикаментозные тоже. Второе — это синофлан, это мазь, которая уменьшает воспаление и от аллергических тоже реакций. И цитерзин. Это тоже от аллергии всяких разных. И по сути она должна снять зуд с кожи. Ну что, все это мы съедим, проверим, как это работает. И помните, что С-витамин это полезно, но когда этого много, это плохо. И я больше не буду есть только витамина С. Никогда. Пока. Надеюсь, мой опыт был для вас примером. Не ешьте столько много витамина С.